экстренный вызов не проходит. Нет антенки. Телефон после удара. Вот здесь вот был удар, походу. Видите, да? Модель 95-05. Проблемка. Усилитель мощности. После сильного удара треснул. Трещина. Усилитель мощности ВДР. L. Такие уже усилители стоят на iPhone 5S, 5C. Заменим. У меня донор. Такой же аппарат. Снимаем его отсюда, соответственно. Модель немного отличается, 9515, тоже Galaxy 4, но усилитель мощности стоит тот же, VTR-1605L. Итак.
Спасибо донору. Так. Переставлять будем сюда. Вот. Защитный экран немного мешает. Снять его тоже, поэтому необходимо его немного подрезать. Вот как-то так. Смотрите под микроскопом, микросхемку. Контакты все были в порядке.
Так, плата остудилась. Удаляем следы флюса. Поставим исправную. Хотя не факт, что это не работает. Просто контакты согнуты. Так, что у нас получилось? Ждем загрузки. Уже вижу, антенка появилась. Давайте сделаем, вот как видите, да, сделаем экстренный звонок, убедимся, что все работает. Отлично. Донор нам помог. Galaxy S4. Неплохой аппарат, конечно, до сих пор. В свое время стоил 600 евро у нас.
сейчас порядка 250. Я к тому, что за такую работу запросто можно взять, ну, евро 40. 50. Запросто. Убираем доллара, он нам еще пригодится. Так, друзья, всем спасибо за внимание. Оставляйте комментарии. Только что мы заменили усилитель мощности на модели Samsung Galaxy S4. Усилитель мощности VTR-1605. Если будете заказывать его в интернете, они есть. Стоят порядка 3 евро. Поэтому... Итак, всем удачи в работе. До новых встреч. До свидания.